Начнем. Так, тут я выписал с бумажки, поскольку тут табличные данные, которые вы видите. Знаете, что я, где надо искать, если что. Некие табличные данные, но мне они нужны не столько для информации, сколько у вас, партийный состав, нежели за тем, чтобы проиллюстрировать просто идею, да, самого. То есть мы начинаем с вами курс всего взаимодействия, и наша такая первая часть, которая на несколько семинаров, там, например, 3, может быть, 4 семинара, надеюсь, что скорее 3, чем 4, это феноменологическая такая вот кварталовая модель, то есть то, что было до возникновения квантовой хромодинамики, да? Возникновение квантовой хромодинамики, то есть калибровочной теории, квантовой теории поля, описывающей сильное взаимодействие где-то с начала 70-х, а это вот то, что было до этого, но тем не менее очень полезная конструкция, потому что мы должны несколько вспомнить и теорию групп здесь, чтобы дальше в КХБ продвигаться. То есть мы будем рассматривать сейчас квантовую модель. То есть это в основном было основные идеи здесь Германом предложены еще в середине 50-х годов. И начнем с таких простых вещей, которые у вас, в общем-то, были в курсе Сербо на семинарах. Последние два семинара, то есть они уже выложены, я вас активно призываю пересмотреть, чтобы хотя бы вспомнить, что было. Мы сейчас во многом просто повторим то, что на них было, потому что мне это надо будет дальше, а за год вы, наверное, это все уже забыли окончательно. Ситуация такая, что у нас есть сильно взаимодействующие частицы, которые мы называем адроны, да? Адроны, которые мы делим на два таких класса, это нейтроны, нейтроны и барионы. И мы предполагаем, что мезон у нас это есть состояние кварка-антикварка, а барион это состояние трех кварков, ну либо трех антикварков. Да? Я так сразу начал с кварков. Я подразумеваю, что на лекциях вам уже было проговорено, да, что то, что мы сейчас рассмотрим, это некая такая феноменологическая идея, которая в свое время возникла, чтобы ухватить тот факт, что у вас многие из сильно взаимодействующих частиц собираются в группы, да, с близкими массами. То есть у них собираются в группы, где одинаковые квантовые числа, в смысле полный момент, четности, если они есть, да, группы частиц с близкими массами. Вот чтобы как-то этот факт описать, люди поняли, что раз одинаковую массу, то это что значит? Значит, есть вырождение, правильно? Раз есть вырождение, значит, должна быть какая-то логика рассуждения, должна быть какая-то симметрия гамильтониана, потому что у нас есть, как вы помните, есть квантомеханика теорема Лигнера, которая нам говорит, что у нас все уровни энергии классифицируются по неприводимым представлениям группы симметрии гамильтониана. Да? То есть люди пытались подбирать разные группы симметрии, дискретные группы и так далее, чтобы наблюдаемые экспериментальные частицы распихать по неприводимым представлениям этих групп. Да? То есть здесь целый длительный такой исторический путь был, но вот в конце концов остановились на унитарных группах, да? То есть группа СУ2, это группа изоспина. И группа СУ3, это группа флейворной симметрии. То есть вот эти две группы оказались наиболее плодотворны именно в свете классификации частиц. То есть можно было бы и группу СУ4 рассматривать, но там все уже гораздо хуже. То есть уже наблюдаемые частицы гораздо хуже будут ложиться по неприводимым представлениям группы СУ4. Да? В СУ2 они прямо, наблюдаемые частицы, замечательно формируются, замечательно разбиваются по неприводимым представлениям,
ССУ-3 дело обстоит чуть-чуть похуже, да, точность уже не такая, как в ССУ-2 уже порядка 10%, 10-20% точности, а ССУ-4 уже все совсем плохо, поэтому мы ее даже не рассматриваем. Но ССУ-3 еще хорошо тем, что она в калибровочной теории понадобится, поэтому мы будем работать с ССУ-3, но потом эти знания будем еще в КХД использовать. Вот. То есть у нас начинаем мы с изотопической симметрии, то есть группа СУ2. То есть мы говорим, что наблюдаемые частицы мы так вот абстрактно только представляем, то есть не вкладывая сюда никакую динамику, представляем в виде частиц, состоящих либо из квартной тетрадки, либо из трех квартов, да? Где каждый из квартов преобразуется по фундаментальному представлению группы СУ2. То есть у меня здесь у меня U-кварк, здесь у меня D-кварк, да? D-кварк. Ну, я имею в виду следующее, что U-кварк в этом формализме описывается спинном один, да? Не равно, не знаю, D-кварк, наверное, 0,1, да? И из фундаментальных представлений, мы можем строить путем тензорного перемножения в представление больших размерностей. Да? То есть идея у нас стоит в этом. То есть мы говорим, что наше исходное сильное взаимодействие, оно как-то, мы не знаем пока, как выглядит S-матрица, да? Но мы говорим, что есть такая симметрия, что мы можем эти спиноры преобразовывать с помощью унитарной матрицы из группы S2, да? То есть у нас имеет в виду E в степени и фи сигма центра Паули. То есть сигма — это сигма матрица Паули, да? То есть при вот таком преобразовании у нас взаимодействие переходит само в себя. Да? То есть на каком-то фундаментальном уровне у нас лагранжан записывается через кварковые поля, и при вот таких унитарных поворотах у нас лагранжан переходит сам в себя. Пока мы не конкретизируем, что это за лагранжан, как он строил и так далее. То есть для нас пока важно только сам факт наличия симметрии. То есть откуда мы знаем, что это судьба? Потому что по ее неприводимым представлениям наши наблюдаемые частицы хорошо группируются. Да? В качестве иллюстрации этой группировки я как раз и привел вот эту табличку, которую Сергеевич нарисовал, это я в бумажке списал. Да? То есть что мы видим? У нас мы видим, что очень часто наблюдаются одиночные частицы, да? То есть у которых нет партнеров с близкой массой, с такими же квантовыми числами, да? С полным моментом, с той же четкостью. Вот, то есть, например, это мезон, это штрих мезон, омега, фи. А рядом с каждым из мезонов я нарисовал его кварковый состав. Как он получается, мы вот сейчас в первой задачке с вами поговорим. Лямбда гиперон. Лямбда — это уже из числа барионов. Да? То есть это частица со спином полуцелым, либо 1/2, либо 3/2. Вот так вот. Барионов, да? То есть все кварки, помимо того, что мы кваркам приписываем еще некий внутренний степень свободы, которую мы вращаем, да, и так мы преобразовали, мы считаем, что каждый кварк у нас это есть такой кирпичик со спином 1/2. То есть из них мы конструируем частицы с целым спином и с полуцелым спином. Да? Чтобы с полуцелым спином мы получаем барион, а с целым спином мы получаем мезон. Вот. Дальше здесь приведено несколько дублетов. То есть дублет К-мезонов. Обратите внимание, что здесь К плюс К0, да? То есть у К0 третья компонента из-за спина, она здесь -1/2. Да? А у античастиц они входят в другой дублет. У античастиц наоборот ситуация обстоит. То есть антик-К0 имеет компоненту из-за спина +1/2. Да? Верно? А откуда это следует? Как вы думаете? Вот
я здесь квартиру со Остапом был писал, то есть уже это на ответ есть. Откуда это следует? Да, есть такая связь, но она здесь особо ни при чем. Давайте ее напишем сразу, чтобы в глазах было. Заряд как вот об означали. У, это у нас что такое? Это Т3 плюс Y пополам. Да? Вот такая связь есть. Вот такая связь. Где У это электрический заряд. Электрический заряд. Вот если у меня мезон или барион состоит из нескольких кварков, то Q – это аддитивное квантовое число. Да? То есть я просто по зарядам всех входящих кварков суммирую, получаю полный заряд этого мезона. Да? Вот. Y – это у нас что такое? Гиперзаряд, да? Гиперзаряд это есть барионный заряд, плюс буквочкой S я буду обозначать странность. Вот такую маленькую буквочку. Это не спин, да, а странность. Плюс странность. Это если у нас группа SU3, да? То есть если мы флейбовую симметрию смотрим, то у нас Y это есть B плюс S. Странность. В принципе, мы могли бы, если бы мы включились в рассмотрение также и C-кварки, да, то сюда можно было написать еще и charm, да, beauty, где странность это что такое? Странность это есть число для какого-то мезона, да, это число анти-S кварков минус число S кварков. Да? Чар это есть число C кварков минус число анти-C кварков. Бьюти число анти-B кварков минус число B кварков. Решетка это число. Да? Количество таких кварков в мезоне. Да? Например, странность для К плюса чему будет равна? Единицы, да? А для камля? Какого камля? Антикамля. Минус единицы, да? Минус единицы. Б это что такое? Б это барионный заряд. Вот он у всех кварков считается, он берется один и тот же, да, и у нас есть в сильных взаимодействиях тоже такое строгое сохранение барионного заряда. Да. Вообще, если переходить в полные модели, то сохраняют то барионный заряд. Слабое взаимодействие он. В основном для многих процессов тоже сохраняется, но сохраняющейся величиной является B минус L. B это барионный заряд, L это электронное число. Да? Но это вам об этом еще расскажут. Но я не про это сейчас спрашивал, я спрашивал про другой момент. Вот, допустим, пока мы работаем с группой SU2, да? То есть группа SU2 это значит, что мы рассматриваем симметрию только между U и D кварком. Только один нас входит в наш ультимен. Ну, также входит S-кварк, но его преобразование симметрии, они тривиальны. То есть вот мы пишем, что у S-кварка из-за спин равен нулю. Да? Из-за спин равен нулю. То есть при преобразовании с S-кварком ничего не происходит. То есть S-кварк переходит сам в себя. То есть он симметрирует. То есть в группе SU2 у меня U и D-кварк обращаются, да, к уникальной матрице. А S-кварк, он симметрирует, то есть он единичный. Здесь стоит единичка просто, да? Единичный матрица, а просто единичка. Вот. Если у меня есть вот это для кварка ситуация, да? То есть я написал, как выглядит спинок. Если я рассматривал антикварки, то антикварки у них воловые функции комплексно сопряженные, правильно?
тогда у нас получается, что у нас в экспоненте тоже минусы выйдет и... То есть у меня, по идее, антиклад, я их по-другому преобразовываю закон, верно? То есть раз они у меня комплексно сопряженные, то я вот индекс буду писать вверху, то есть я верхний индекс преобразую вот матрица У из группы С2, да? А индекс я у меня будет писать внизу, потому что они комплексно сопряженные, да? Величины, к тем величинам, которые преобразуются в матрице У. Вот, индекс пишу внизу, эти преобразуются с помощью комплексно сопряженной матрицы, у созвездочки, да? У созвездочки. Это есть, что такое, минус пи, да, минус пригласа дополнительно, и сигма созвездочка я здесь. О, то есть сигма матрицы я тоже должен созвездочкой писать, да? Вот, но в группе СО2 у нас есть только для группы СО2. В СО3 уже такой фокус не работает. Мы можем все нижние индексы, то есть те индексы спиноров, которые преобразуются с помощью матрицы со звездочкой, переписать через спиноры с верхними индексами. Да? То есть совершить такой трюк таким образом. У нас есть такой тензор эпсилон альфа-бета. Эпсилон альфа-бета с двумя верхними индексами. Как матрица он выглядит, как матрица он выглядит таким образом. Не равно. Это 0, минус 1, 1, 0. Да? То есть антисимметричный, обычный наш антисимметричный тензор, то либо, если через сигма матрицы написать, будет минус пи сигма. Какая? Сигма 2. Сигма 2, да. Сигма 2. Вот. То есть это тензор величины, но с двумя индексами. Вот. А почему я так могу легко его сюда вставлять и оперировать здесь, то есть поднимать и повышать им индексы? Потому что эпсилон, он какой для группы ОС2? Это инвариантный тензор, да? То есть у меня вообще для всех групп SLM у меня всегда будет два инвариантных тензора. Это дельта, альфа-бета, да? Причем именно так, вот один верхний, другой нижний. То есть один с помощью матрицы У преобразуется, другой с помощью матрицы У со звездочкой преобразуется. Да? Этот инвариантный тензор, он инвариантен в силу чего? В силу унитарности, да, совершенно верно. И эпсилон с должным количеством индексов. Если у меня группа СО2, то 2 индекса, если группа СО3, то 3 индекса и так далее. Если группа СОН, то N индексов у него. Он почему? Минимодулярность. А? Минимодулярность. Так, счет? За счет минимодулярности. Минимодулярности, да. За счет минимодулярности. То есть эпсилон варианте, потому что здесь точка S стоит. Да? То есть наша матрица с единичным детерминалом. То есть могу вот так вот индексы поднимать, и получается, что вот если я как столбец записываю столбец для антиквартов, то что у меня получается? Получается минус антид, да? Минус антид антимин. То есть минус антид. Минус антид квад имеет за спину проекцию за спину плюс 1 вторая. Да? А антиу квад имеет проекцию за спину минус 1 вторая. Именно поэтому, если здесь у меня за спину плюс 1, проекция за спину плюс 1 вторая, здесь минус 1 вторая, напоминаю, что у S квадки за спину равен нулю. Да? Поэтому на него можно вообще не смотреть, я так сказал. То здесь у нас наоборот получится все. Да? То есть у минус антид проекция за спина плюс 1 вторая, поэтому антик 0 будет стоять на первом месте. Да? И видно, что у него, он действительно к 0, то есть он нейтральный. Если полный заряд считаем, то получаем 0. А здесь, соответственно, минус. Да? Сразу скажу, что, еще раз напомню вам, что коль скоро это частица и античастица, то у них масса строго одинаковая всегда, правильно? То есть это следствие чего? ЦПТ теорема, да. То есть если мы говорим, что у нас лагранжиан ЦПТ инвариантен, то у нас с необходимостью будет масса частицы совпадать с массой античастицы. Вот, хорошо.
Давайте теперь немного перейдем к тому, что кто-то из вас что-нибудь написал. Ну, первая задача такая простенькая задача. Мы вспомним, это у вас было, вспомним, как выглядят волновые функции, изотопические волновые функции для пенизона и для протона. Первая задача. Ну, начнем, давайте, с пенизонов. Да? То есть у меня есть триплет пенизонов. Триплет — это три штуки, триплет пенизонов. Вот я это написал, да, здесь. То есть, ну, ответ уже написан. Почему? Почему так? То есть откуда я вот это написал? То есть у меня есть представление 1/2, по которому преобразуются внутренние кванты, да, уйду. Есть представление 1/2, по которому преобразуются антикварки, да. И из 1/2 и 1/2 я должен, точнее, из прямого произведения, да, то есть из волновой функции, волновой функции моего мизона, да, то есть у меня будет у альфа и пущу плюс бета. Произведение, да, полная волновая функция, вот такое произведение. Я должен разложить это на неприводимые. Чёрт. Быстрее. На вторая, на 1/2. Три. Вот здесь размерность этого представления. 2s плюс 1, то есть 2, правильно? У нас здесь не спин, правда, а изоспин. То есть 2t плюс 1 у меня размерность представления. 2t плюс 1, верно? Вот, например, для изоспина 3/2 у меня их будет 4 штуки, правильно? 2t плюс 1. Для единички их будет 3 штуки и так далее. То есть здесь 2, здесь 2. 2 на 2 – 4, правильно? 4 я должен раскидать по каким неприводимым представлениям? Ну, в терминах неприводимых представлений группы SO2 это какой изоспин? Полный изоспин какой? 1,0. Сколько? 1,0. 1,0, конечно. Ну, это распорядка такой. 0,1. Да? Просто обычное сложение моментов, да? И сложение моментов — это все равно, что разложение на неприводимые представления произведения этих матов, да? Либо все равно, что разложение на неприводимые тензоры вот этого тензора. Ну ладно, единица 3. Эти 3 штуки, это 1 штук, это 1 штука, да? 1 штука. Но пенизон у нас отвечает как раз от единицы, правильно? Да. Единица. То есть как мы 1/2 и 1/2 в единицу записываем? Давай смотрим. То есть вот эту единицу каким образом получаем? Я просто постираю немножко. Значит, одна частица с проекцией, а вторая частица с проекцией. Угу. Ну, помню. Не складывается. Как складывается? У меня есть 1/2, 1/2, это, скажем, кварк. Да? И 1/2, 1/2, это у меня антикварк. Это у меня сложится во что? Произведение. Нет, две штуки, потому что я пишу t и t здесь. А, все понятно. Мы же должны все возможности поставить. Так. Вот это 1,1. 1,1, как пишите. 1,1. 1,1. А в терминах кварков вот этого электрона. Значит, ну, вот это кварк, 1/2, 1/2. Верхний? Я вот только что стер здесь. Ну да, да. То есть это кто? Это Q, да? А это? Ну, минус, да? Минус антиб.
Минус антидея. Да? Здесь даже минус антидея. Хорошо, а это что это у нас? Да. Ну, с каким это что-то? Наверное, получилось. А? Это пи-плюс. 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 Ну, вот и остальные также все. Дальше мы можем ниже ефини императора для вас друзья. Конечно. Так, а вот она. Зорится. Не, ну это по аналогии же. Делать точно так, чтобы здесь у нас получается. Да, это D. Ага, плохо. Так, а это у нас. Ну, минус антиумная. Почему минус? Просто антиму. А, просто. У нас было минус анти D, антиму, да? Да. Нет вот. У нас. Ну это 1 минус 1. 1 минус 1, да? И это сейчас. То есть полный за спин единица, проекция минус единица. То есть это пи минус, да? Да? Полный за спин единица и проекция минус единица. Да? Ну и теперь надо сложить одна попадает. Да, как они складываются в проекцию 0? Ну, то есть. Наоборот, 1,0. 1,0 это что такое? Ну это 1 на корень из 2 на 2. На 2 для кварка, ну, да, вот так надо вспомнить. Что для кварк? То есть это кварк подносится, пожалуйста. Там нагрел стрелку. Нагрел помню. Не, здесь. Здесь умножить. Здесь ты что помнишь? Здесь умножить. Умножить все. А, ну да. Я подпускал тоже. Так, какой знак? Плюс, минус. Умножить, разделить. Ну, плюс или минус? Ну, что помнит? Плюс. Плюс? Плюс. Да, надо ставить. Плюс. Надо в этом убедиться. То есть это... Ну, как в этом убедиться? Во-первых, вам уже подсказали. Понижающим оператором подействовали вот сюда, да? Понижающим оператором подействовали и получили. Куда? Ну, как у нас понижающий оператор действует? Скажу. Ну, там какой-то эффект вылазит. Минус на gm. Там какой-то коэффициент власти, который зависит. Какой коэффициент? Это там называется. Который должен зануляться, если у нас сейчас m равен минус 1 второй, то он должен зануляться. Если m равно максимальному значению, то он должен зануляться, да? Поэтому будет стоять g. Минус. G. Минус. Если m равно минус g, да, то он должен зануляться. Поэтому там должна стоять скобка g плюс m. Все остальное можно запомнить. А потому что будет, если здесь плюс, то здесь минус, и еще единичка. Плюс один здесь на доску наехал. Плюс один стоит, да? Плюс один, да. То есть вот это мы могли бы просто, ну, поставьте знак правильно. А, просто получить понижающим оператором, да, отсюда получить. Сюда, если понижающим оператором действует, то что получается? Ну, здесь получается просто один. 1,0, да. 1,0, да, какой коэффициент? 1, корень 2, корень из 2, да? То есть это корень из 2, он здесь стоял, да? А сюда я как понижающим действую? У меня мой понижающий оператор, это сумма двух понижающих операторов, где один действует на кварке независимо, другой на антикварке, да? То есть, либо как... здесь вылезет плюс на вторая, да, либо да, здесь. Да, но знак плюс главное, да? Да. Знак плюс. Как еще можно про этот знак плюс помнить? Мы показали, что у меня мой мизон, это есть альфа плюс чертой бета, правильно? Альфа плюс чертой бета. Вот этот тенсор на неприводимые представления я должен разложить, чтобы получить из-за спин единицы. Да? Какой у меня неприводимый спинор? Неприводимые спиноры каким свойством характеризуются в группе S2? Они какие? Ну, это методов матрицы. Нет, это вот эти матрицы здесь. Симметричные, правильно?
що у мене симметричний спинок, он дислевлен. То есть я попробую симметричный спинок, он пилотик. То есть я могу вот это... Сейчас у нас там 7 лет есть, он что получится. Ну вот сейчас я всегда пишу. То есть я пишу, как обычно, раз у меня есть 2, то я всегда могу так сделать. Будет координатор из чертой 2 бета плюс координатор бета из чертой 2 альфа, да? И плюс 1 вторая чего? Это самого проблема не будет сюда. Вот это у меня получился симметричный, да, проследовать я не должен говорить, потому что у меня все индексы на одном уровне находятся. Мне след, а когда я беру след, я должен с дельтой сворачивать. Да? У дельта один индекс верхний, другой нижний. Поэтому преследовательности здесь нет, а с эпсилоном, если я сверну, он автоматически получится 0, потому что я его симметризовал. Да? То есть я ни дельта, ни эпсилона его не могу обработать, понизив его рамку. Да? Поэтому невозимый будет, да? А вот эта штука, это как раз на что похоже больше всего. То есть вот это я симметризовал спинок, наверное, напишу ES, альфа, да, симметричный спинок. Надо же. А это название. А это есть 0,0, да? Это как раз 0,0. И где у нас этот 0,0? Это внизу. Так, это внизу? В принципе, можно сказать, что это мезон, но здесь, вот, к сожалению, несколько я забегаю вперед, должен сказать, что вот этот марковый состав, он написан исходя из явления смешивания. То есть еще такое явление, как смешивание, поэтому здесь вот примешался скаляр, да? Это SU2 скалярная величина, а S-NTS у нас никак не преобразуется, правильно? То есть мы даже сюда можем пока не смотреть на этот S-NTS, да? Потому что это скалярная величина. А у антиу плюс d антид плюс за счет как раз того, что у меня минус антид, если с проекцией 1,2, да? Это есть что такое? Это есть как раз этот синглет, да, этот ноль. Понимаете? То есть при ноль у нас это у. Минус за счет того, что здесь будет плюс, минус антид, да? Плюс антид. Ага. Да, правильно. А вот это вот это состояние, оно как раз от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6. А здесь плюс он будет, да. То есть реально, вот то, что здесь получилось, это какая-то смесь, это и это стрих мезона, да? Это смесь. Это как раз явление смешивания, мы про него чуть попозже поговорим. Теперь, что еще хотелось бы здесь написать? Вот, видите, спасибо, Андрей, сейчас я немножко тоже... Можно спросить? Ага. Почему здесь написано приближенное вращение? Нет, здесь. Вот здесь и вот здесь. Здесь. Но, опять же, забегая вперед, вот эти кварковые составы отвечают так называемому идеальному смешиванию. Да? Идеальное смешивание. То есть... Вот эти формулы, они достаточно с хорошей точностью дают кварковый состав на месячные задачи. Вы видите, что угол смешивания там совсем маленький, синус угла порядка 0,1, если я правильно помню. Вот. Здесь вот смешивание несколько побольше получается. Я еще про один момент хотел сказать, про пимезоны. Да? То есть мы поговорили, как их выглядят волновые функции, мы их даже в двух разных видах записали. Один такой, другой через спиноры. Да? Теперь, вот смотрите, у нас их три штуки. А вот хотелось бы их записать в таком виде, в виде вектора. Здесь стоит P1, P2, P3. P1, P2, P3. Вот записать их в таком виде, чтобы все вот эти компоненты,
преобразовывались как компоненты трехмерного вектора при обычном вращении. Да? Вот я напоминаю, что давайте вот здесь сотру, вот у меня идет группа из угла, да? И я с помощью матриц из этой группы, в две степени и C2N, которая, кстати, есть что такое? Это есть единичная матрица на косинус интервалов плюс и C2N на синус интервалов. То есть я преобразование из группы С2 могу вот так вот написать, да? И у меня есть, в принципе, геометрическая интерпретация того, что такое вот этот фи и вот этот n, как вы помните, да? А почему? Потому что группа С2, она гомоморфна в группе С3, то есть в группе обычных вращений, да? И вот этой матрице при гомоморфизме отвечает матрица поворота на угол фи вокруг оси n, да? На угол фи вокруг оси n. Единичное направление, n это единичный вектор, да? N здесь единичный вектор. Весь модуль я его запихал в фи. Поворот на угол фи против часовой стрелки, если смотреть на стрелку, вокруг оси n, да? То есть есть такой гомоморфизм, ну я не знаю, его можно прямо явно написать, то есть у меня переходит там на косинус фи, минус синус фи n, где кто-то наверх, плюс 1 минус косинус фи n n. То есть его даже можно явно записать, то есть это единственное, что поворот на 2 пи. Ну, поэтому и изоморфизм, а гомоморфизм, да? Что у меня в матрице U и матрице минус U отличают один и тот же поворот. Верно? Но геометрическая интерпретация от этого не меняется. Потому что если фи на 2 пи сдвину, то это как был поворот, так и останется поворотом, да? На тот же самый, на тот же самый угол. Так вот, сейчас мы рассуждали, когда вот строили эти спиноры, это что такое? Когда мы говорили про вот эти спиноиды, мы говорили, что спинор это что такое? Это тензор на группу СУ2, да? То есть его компоненты преобразуются с помощью вот, двух матриц. Для одного индекса и для другого индекса, да? А теперь я бы хотел что сделать? Я бы хотел, пользуясь вот моим вот этим гомоморфизмом, переписать воловые функции пимизона так, чтобы они преобразовывались, вот когда я совершаю вращение S2-шное, чтобы они преобразовывались как соответствующий вектор в трехмерном пространстве, то есть с помощью матрицы R. Да? Это можно сделать вот таким образом. То есть вот спинор, который отвечает нашему пимизону, да? Триплет пимизон. То есть здесь три штуки. Вот можно взять такие три вектора. Х, я назову, и один. Один. Это есть симметричная. 2, минус хи симметричная 1,1, а2, хи симметричная 2,2, плюс хи симметричная 1,1, на хи хромизм. Сейчас внимательно смотрите, потому что если знаки неправильно напишите, то у вас пимизоны плохо будут определены. Они немножко необычным образом получаются определены. Корень из двух на и симметричный 1,2. То есть вместо компонент вот эти формулы я написал, исходя из этого гомоморфизма. В принципе, это у вас было на квантовой механике, но я просто еще раз напоминаю. Вот эти три компоненты теперь преобразуются как трехмерный вектор. Да? Как трехмерный вектор. То есть они вращаются вот этой матрицей тогда, когда соответствующие компоненты
входящих в правую часть спина, вращаются с помощью матриц спины. То есть для спинов симметричных второго раунда можно написать векторный эквивалент. Да? Вот давайте для наших пи-зонов напишем. Пи-1, что такое будет? Пи-1. Что такое пи-2-2? Если я беру здесь вторую компоненту, здесь вторую компоненту, то какой? Какой мне пи-зон получается? 2-2. То есть здесь у меня D2, здесь анти-У. Ну, и что это такое? Ну, только что писали пи-минус, да? И он в жизни стоит, да? То же самое, да, Дэвид? То есть это будет пи-минус, а 1-1 это кто? 1-1 компонент, 1-1. Здесь у меня У, здесь минус анти-Д, да? То есть это кто? Пи-плюс, да? Минус пи плюс на корень из двух, да? Пи два, это есть, соответственно, со знаком плюс здесь буквой И. Пи три. А пи три что такое будет? Ну, это почему? Ну, это правильно. Прямой. Как я должен пи-ноль записать через симметричный спинор? Какие компоненты у этого симметричного спинора? 1-2 и... Только 1-2, то есть хи-1-2, там хи-2-1, ничего они равны. Там корень из двух, помните, были еще? Корень из двух, да? Единица на корень из двух, правильно? Единица на корень из двух. Так что сумма квадратов равна единице всех компонентов. То есть он на единичку нормирован, правильно? Это единица нормирован. То есть у меня стоит корень из двух, да? Поэтому вот здесь соответствующий корень из двух не сократится и будет пи-ноль, да? Я на вот, за счет выхода я буду второй, да, стрелочный корень из них, да, сократился, остался один корень из двух, поэтому дал пи-ноль. Единица на корень из двух, корень из двух, там, минус единица две, да. Ну так, то есть, знаки именно такие. Вот давайте быстро отсюда вырезите наоборот. Плюс, минус и пи-ноль, чем равно. Пи-ноль это понятно пи-3, да? Пи-плюс это кто такое? Это пи-2. То есть это пи-2, да? Минус пи-1, минус пи-1 на корень из двух, правильно? А вовсе не пи-1 плюс пи-2 на корень из двух. Обращаю ваше внимание, да? И минус это пи-1 плюс пи-2 на корень из двух, да? пи-1 плюс пи-2 на корень из двух, да? Все как бы наоборот, правильно? То есть концепт минус, здесь знак плюс стоит. Это нам важно было. Ага, хорошо, ладно, это мы про пи-зон поговорили. А вторая часть нашей задачки это протон. Протон. То есть у протона заряд плюс единичка, спин у него. Заряд у него плюс единица, да? Спин у него. Какой спин? Одна вторая. И за спин какой? Тоже одна вторая, потому что их два такие, да? Есть протон и нейтрон. Из феноменологии знаем, близкие массы. Да? Вот, поэтому то, что протон нужно из УУД конструировать, это мы вроде как
уже сразу и поняли, да? То есть нам нужно что сделать? Нам нужно три кварка сложить, во-первых, в спин единицы, во-вторых, в изо спин единицы. То есть у меня такая история происходит сейчас. Одна вторая на одну вторую. На одну вторую я перемножаю три непереводимых представления. Чего это получается? Вот. Давайте думайте, я попрощаюсь с собой, что не можем сделать. Что получилось? Ну, ноль, по идее, должен быть. Ноль? Какое-то нечетное число. Нет, в смысле, конечно. Три вторых есть. Три вторых есть. Три вторых, да. То есть максимальный распин всегда с единичным коэффициентом. Дальше чаще. Две одно и второе. Два по 200. То есть это не 2,5, а два раза 50, да? Хорошо. Какие способы? Вот у меня есть протон, да, то есть есть углы. Да? Вот каким образом я могу сложить эти три, сложить три кварка в изоспин одну вторую. У протона еще и проекция плюс одна вторая, да? То есть это я конкретно протон рассматриваю, поэтому я уже сразу пишу, что у меня есть. У меня есть два У кварка и один Д кварк, правильно? Чтобы проекция получилась, вот плюс одна вторая. Потому что проекция это же инстинктивное квантовое число, это три, правильно? Плюс одна вторая, минус одна вторая. Сумма плюс одна вторая. То есть я уже знаю, что все будет состоять из У, У и Д, да? Теперь, как мне их правильно написать? Вот у меня вообще их три кварка, первый, второй, третий, да? То есть у меня первый может быть У и Д, второй У и Д. Третье может быть какой-то U и D. Да? Я хочу построить лавовую функцию с изоспином 1 вторая. То есть как я это могу сделать? Есть какие-нибудь идеи? Ну, собственно, как вы это раскладывали? Как раскладывали? Сначала 1 вторую на 1 вторую перемножили, правильно? Получили 0 и единицу, да. А потом умножили на 1 вторую, верно? Вот, например, у вас есть здесь 0 вот это у меня есть 0 плюс единицу, да? И это умножили на 1 вторую. Вот 1 вторая есть вот здесь вот, правильно? Когда я 0 на 1 вторую умножаю, там будет 1 вторая, да? Еще одна вторая вам другой триплет даст, другой дублет даст, не протонов с нейтроном. Вот одна вторая на ноль, если я буду умножать, да, то как я могу интерпретировать? Что сначала я два кварка, первый и второй, скажем, сложу за спин ноль, а третий добавил с проекцией 1 вторая, с проекцией плюс 1 вторая, да? То есть я могу написать вот такую волновую функцию. Я, давайте обозначу P изоспиновая, первая. Их у меня две штуки есть. То есть могу первые два кварка сложить в изоспин 0, да? То есть как я это делаю? Будет корень из двух. Дальше что? Изоспин 0, это что такое? U и D. D и что еще? То есть первый U, второй D. Минус наоборот, правильно? Вы только что писали. Да, одна вторая, минус одна вторая, минус наоборот. Да? Здесь у нас уже не антикварки, а все кварки, да? Ну, то есть будет он D. А третий у меня U, правильно? У третьего плюс. Плюс одна вторая здесь, да? То есть вот такая вот штука, да?
Но есть еще одна возможность. Вторая возможность. Я бы мог, скажем, второй и третий сложить за спину в ноль, да? А первый, как был, так у меня и остался, да? То есть у меня был первый квад пул, а второй и третий у меня я складываю бы за спин 0. То есть вот так. Какая еще возможность есть? Да, первый и третий. Можно и первый и третий сложить, да? Первый и третий. Но а это уже будет, можно ее написать, но это уже будет линейно зависимая функция. Они уже будут линейно зависимы. Поэтому здесь двух этих функций, двух достаточно. Да? Там корень будет. А я корень будет тоже будет. Ага, спасибо. Здесь корень. Вот. И что еще характерно для вот этих функций? Ну, это, кстати, из какой-то задачки, из метода платить, наверное, что если я теперь рассмотрю группу перестановок моих парков, то есть чисел 1, 2, 3, да, то эти две волновые функции будут друг через друга преобразовываться, правильно? То есть они будут образовывать неприводимое представление уже группы перестановок. Правильно? Дискретно группу перестановок. То есть у меня есть группа перестановок чисел 1, 2, 3. Да? Вот они друг через друга будут преобразовываться. Да? В принципе, вы меня могли спросить, но я одну вторую могу получить еще и вот отсюда. Да? То есть сложить сначала их в единицу, а потом единицу с одной второй сложить тоже в одну вторую. Да? Правильно? Это тоже будет правильно, это тоже будет некий квартовый состав, но это уже будет другая частица. Да? Квартовый состав, другая частица. Мы это с вами сделаем чуть попозже. Да? Что именно мы с вами сделаем? Мы, когда брел... сейчас. Что мы тут с вами сделаем? Когда группу СУ3 рассматривать, мы с вами для барионов рассмотрим, как они классифицируются по своим неприводимым представлениям. Да? То есть посмотрим, как... Ну вот это для разложения для группы СУ2, а мы чуть даже более сложную задачу будем смотреть, разложение для группы СУ3. То есть у нас здесь будет не одна вторая стоять, а фундаментальное представление для группы СУ3, то есть троечка. Да, трехмерное представление У, Д и С2. Дальше, что я еще хотел сказать, что есть еще точно такие же волновые функции для спина. Правильно? То есть есть еще спиновая часть. Спин. То есть я могу точно так же написать, что это есть спин вверх, да? Первый, спин вниз. Второй, минус, спин вниз. Первый, спин вверх, второй. А здесь спин вверх. Для третьего. Это спиновые волновые функции, да? Спиновые. Корень вверх опять. Вниз на. Спин вверх. Для первой. Вниз на корень из двух. Вот спин вверх. Для второй. Спин вниз для третьей. Минус спин вниз для второй. Спин вверх. Для третьей. Еще, все то же самое, только не для изоспина, да, а для спины я делаю. То есть у меня полная волновая функция, она будет должна быть каким-то произведением спиновой части и изоспиновой части, правильно? То есть у меня есть изоспиновое пространство и спиновое пространство. Они независимы, да. Для пенизонов такой проблемы не возникало. Почему? Потому что у пенизонов у них спин какой? Они все доскалярные спин 0. Да? Здесь мы не принимали во внимание спиновую часть волновой функции, она такая там, тривиальная, да? У них все. Хотя. Не совсем реально, потому что они же
Ну, платный состав то есть? Да, да, да. Ну, то есть у всех, у них она будет сакральная. Для кварка, кварк, да? Минус наоборот. Минус кварк. Кварк. Такой будет, да? То есть там, у всех комбинезонов она будет одна и та же. Одна и та же, такая вот функция, да? И полная волновая функция будет произведение вот этой волновой функции на экзоспиновую часть, да? Просто произведение. Взял и умножил, да? Здесь несколько история чуть более сложная. Почему? Потому что вот здесь как я должен сконструировать? Если я просто начну, скажем, беру первый, умножаю на спин первый, да? Вот так вот. И взял вот такую изоспиновую часть и такую спиновую часть. Вот. А это несколько плохо будет. Почему? То есть я не могу сказать, что вот это будет волновой функцией протона. Это неправильно. У вас там на серого было последнее семинаре? У нас было полсеминара. Волновая функция протона у вас там была. Я не читал. Это не у нас. А? Это не у нас уже это что-то. Что делать? На них зависали как у них. Давай. То есть вы этого не знаете, что ли? Ну, вот. Хорошо. Смотрите. Значит, забегая несколько вперед, здесь придется чуть-чуть забежать. У нас есть еще одно квантовое число, да, которое мы с необходимостью должны вводить для синих взаимодействий, это цвет. Правильно? Мы все это про него говорили. И первый раз люди столкнулись с необходимостью введения этого дополнительного квантового числа, как раз когда дельты и забаву смотрели. Верно? То есть там что-то соблюсти связь статистики Ферми-Дирака со спином, то есть у нас спин 1/2, поэтому волновая функция должна быть антисимметричная. Да? А из наших всех построений, если скажем, из трех у кварка состоит у, да? То есть она получает и все спины вверх направлены. То есть у нее как у дельта изобара 3/2 полный спин. Да? Получается, что она симметричная, поэтому сказали, что давайте введем дополнительное квантовое число цвет, по которому все полная волновая функция трех кварков будет антисимметричной. Да? То есть это была одна из мотиваций введения цвета. Верно? Рассказывали вам про это, верно? Да? То есть там таких предпосылок для возникновения КХД, то есть для введения цвета было несколько. Знаете, то есть это, во-первых, дельта изобара, да, это глубокое круглое рассеяние и распад комбинезона. То есть в распаде комбинезона у вас прямо явным образом вылезает в ширине распада коэффициентом возникает число цветов в квадрате. Мы в конце семестра будем решать соответствующую задачу, в этом убедимся. Величина F, ну как раз, да, правильно, величина F, она для, просто в квантовом счете, да, правильно, я оговорился, не глубоко не круглое рассеяние, но это не круглое рассеяние, оно вам говорит про фотонную модель, то, что у вас есть, то, что есть структура действительно из кварков, из частиц, да, элементарных, со спином 1/2. То есть то, что мы сейчас рассматриваем, это такая кинематическая кварковая модель, если сгруппировать их в группе с определенными массами, а там уже глубоко не круглое рассеяние, вы увидите, что у нас эта кварковая модель динамическая. Да? Так вот, если я вожу цвет, то по цвету у меня всегда барион антисимметризуется. Да? То есть у меня есть тензор, эпсилон с тремя индексами, и 1, и 2, и 3. Да? Я волновую функцию моего бариона по этим индексам сворачиваю. Ну, 1, 2, 3.
То есть по цвету она антисимметрична получается, да? Следовательно, если цвет не рассматриваю, а рассматриваю оставшиеся квантовые числа, то есть из-за спин и спин, то волновая функция должна быть симметричная, правильно? При перестановке чисел 1, 2, 3 она должна быть симметричная. Верно? Кстати, мы же можем симметризовать по цвету. А если мы будем симметризовать по цвету? Если у нас из трех там не получится. Нет, симметризовать вы не можете по цвету. Вы симметрично не можете рассматривать, потому что у вас три фермиона. У них волновая функция должна быть антисимметричная. Полная волновая функция должна быть антисимметричная. Вот я про то, что полная волновая функция была антисимметрична, но при этом по цвету мы сделали симметрично, она вот, вполне, например, какой-то там. Если вы спину и за спину сделали. Нет, погодите. Ну, вот видите, по цвету вы всегда ее антисимметризуете. Она у вас всегда должна быть антисимметричной. Потому что у вас вот этот объект должен быть цветовым синглетом. Да? То есть у вас в группе уже цветовой группе SU3, я немного опять забегаю вперед, в цветовой группе SU3 вот это должен быть синглет. Да? Если вот это у вас три вектора, а эпсилон, как мы уже сказали, инвариантный тензор в группе SU3 цветовой группы, то вот эта штука будет синглетом. Да? А оператор симметризации, он не дает синглетный объект. Да? То есть вы можете по индексам симметризовать, вот эти, но это синглетным объектом не будет. Я про что? Про то, что полная волновая функция при учете только за спиной и спиной должна быть симметричная. Да? То есть я должен не вот такие комбинации рассматривать, а какие-то комбинации, которые мне дадут полностью симметричны по перестановкам 1, 2, 3. Да? То есть половые функции, то есть вот такие произведения всевозможные произведения, которые мне дадут симметричную по индексам 1, 2, 3 волновую функцию. И это, в принципе, довольно просто сделать. Можете даже догадаться, что сами как это сделать. А у вас была задача, тоже на фотчик, магнитный момент протона и нейтрона мы считали? Не помните, да? Ну там только разные распады и разделения считали, по-моему. Вот смотрите, как это можно сделать. Первый, второй, третий. Здесь я должен... То есть я пишу уже вот эти произведения в виде единого символа, да? То есть я записываю в одном месте, вот у меня есть первый, второй, третий кварк, да? Я пишу здесь и изоспиновые квантовые числа, и спиновые квантовые числа, да? Стрелка вверх, стрелка вниз. Минус 1, 2, 3. Вот такая комбинация. В общем, легко догадаться, что она будет именно так выглядеть. Но единственное, что до этого знака минус. Потому что у меня есть У и У со спином, оба спина вверх. Да? Вот этот объект, он по перестановке 1,2 симметричен, правильно? 1,2 симметричен. Поэтому из всех перестановок, из всех возможных перестановок 1, 2 и 3, у меня будут останутся только циклические перестановки, да? А перестановки вот этих двух дадут вот эту двойку. Правильно? А в случае, когда У и У имеют противоположные спины, здесь все перестановки есть. Индекс 1, 2, 3. Какой нормировочный коэффициент будет? Сколько здесь слагаемых? В циклических перестановках сколько слагаемых?
3, да? То есть у меня есть 1, 2, 3, есть 2, 3, 1, и есть 3, 1, 2, да? Включит эта установка. А вот этих сколько? Этих всех 6 вместе с этим, да? А этих 3 вместе с вот этим, да? Поэтому поток их цен будет. Нормировочный. Ну что, не понял, да? Давай вниз. На 3. Ну, в смысле, у нас 6 плюс 3 слагаемых. Ну, вот у вас вот таких слагаемых с двойками их 3, да? То есть будет 2 в квадрате, плюс 2 в квадрате, плюс 2 в квадрате. А вот таких слагаемых с минус единички. Ну, этот минус, это, по сути, это минус. Да? Смотрите. И 6, да? Плюс 1, плюс 1, плюс 1. И так 6 раз. Сколько всего будет? 12 плюс 6? 17. 17. То есть корень из 18. Да? То есть вот такая волновая функция, сконструированная, она сконструирована из произведений. Она будет обладать нужным свойством. То есть она будет симметрична по перестановке 1, 2 и 3. А дальше, чтобы написать полную волновую функцию уже с цветом, вы что должны сделать? Можно написать сюда еще цветовые индексы, да? 1, 2, 3. И свернуть это все с эпсилоном. И тогда то, что сейчас написано, будет полной волновой функцией и в цветовом пространстве тоже. Да? То есть это уже удовлетворяет статистике теории. Так, хорошо. Вопросы есть? Давайте дальше. Чего меня спрашиваешь, как я это получил? Как это можно получить? Каким образом? Ну, потому что оба асимметричны, поэтому двойка. Нет, я по-другому спросил. Я вам ответ написал на доске. У вас должно было, по идее, это вызвать правильное возмущение. Я вам просто ответ выписал на доске. Да. Ну, хорошо. Ой, как я зря сделал. Нет, это просто... Можно было так сделать. Можно было рассмотреть, вот видите, вот у вас есть вот такие произведения. Например, вот это на это, да? Либо здесь один, здесь два. Правильно? Вы их рассмотрели, эти произведения, и подействовали на эти произведения элементами из группы перестановок. У вас есть группа перестановок чисел 1, 2, 3, да, там 6 элементов, группа треугольника. Да? Получили какой-то набор волновых функций. Правильно? Вот вам из этого набора, всего набора волновых функций, можно взять как раз симметричную комбинацию. То есть просто его, этот набор симметризовать. Взять симметричную комбинацию. То есть можно было бы так вот так действовать. Но это бла-бла-бла. Я вам в качестве домашнего задания попробую это сделать. Так. А мы с вами давайте вот еще могли бы вы меня спросить, откуда я знаю, что протон это именно из 0 на 1 вторую, а не из экспериментально? То есть если вот там единица сложится 1 вторую, получим 1 вторую. Но. Через которую
массовый, чтобы сильно отличающийся потом. А как это экспериментально проверить? У вас есть какой-то набор? Вынесено кварковую структуру, как это экспериментально проверить? Ну, вот, например, можно было по этой волновой функции посмотреть, как магнитные моменты связаны для протона, для протона и нейтрона. Да? То есть написать такую же. По такому же принципу волновой функции для нейтрона, да, она будет выглядеть фактически точно так же, только вместо U будет, вместо двух U будет 2D. Да? А, ну и все стрелки вверх надо на а нет, ну со стрелками ладно, стрелка все равно, все второй случай. Да? Можно было бы посчитать по этим волновым функциям магнитные моменты, убедиться, что действительно они совпадают с экспериментальной связью. То есть отношение магнитных моментов протона и нейтрона можно посчитать с помощью такой волновой функции легко и убедиться, что там они довольно хорошо согласуются. То есть можно еще вот так сделать. Ладно, давайте двигаться дальше. Следующий раз спросить. Уровень это 3 плюс y пополам, да, то, что я написал. Значит, это соотношение Гелмана Ничужимина называется, да, оно справедливо для всех мезонов. Вот если у вас есть какой-то мезон или барион, то есть для всех атомов, да, то это соотношение для него справедливо. Как это доказать? Пока мы достанемся. А? Что? Если S-мезонов, если S-кварков нету в квадроне, то просто страны с равным U. А барионный заряд, для барионный заряд для мезонов он всегда 0, правильно? Потому что у нас один кварк, то есть 1/3, один антикварк. Антикварк у них всех полных числа противоположных, да, типа, то есть минус 1/3. То есть для всех мезонов у вас барионный заряд 0, для всех барионов он 1, поэтому они и барионные, да? Либо минус. А как это доказать можно было? Есть идеи? Смотрите, я подчеркнул, что все квантовые числа, которые сюда входят, они аддитивные. То есть если мезон состоит, или барион состоит из нескольких кварков или антикварков, то вы, чтобы получить эти квантовые числа для мезона, вы складываете их по кваркам, правильно? По кваркам. Поэтому достаточно это соотношение проверить для отдельных кварков. Для отдельных кварков. Если оно будет выполнено для отдельных кварков, то оно автоматически в силу аддитивности будет выполнено и для мезонов или барионов. Верно? Ну вот давайте возьмем, например, C-кварк. И вот для C-кварка проверьте на аскере, правильно? А, вы это делали, да? Он с места на аскере. А, с места на там одно, там он одну вторую написано. Какую? Вот эту? Да. Слушайте, если делали, тогда давайте двигаться дальше. Окей. То есть это упражнение для скорее в уме можно сделать. Вот для C-кварка. Понятно. Для C-кварка как раз гиперзаряд нужно правильно написать, да? То есть у них по C-кварку у него странность чему равна? Нулю, а чарм. Чарм плюс единички, да? Плюс единицы. Так, хорошо.
Тогда следующая задача. Задача вторая. Давай установим. Мы рассмотрим три метода, с помощью которых можно находить соотношение между с индексом. А вот эти вот странности и чернобыльность, это не искусственные конструкции. В смысле, что нельзя просто считать, что у них там из спин, где 1 вторая, где минус 1 вторая. Допустим, у S 1 вторая, у C минус 1 вторая и так далее. Из-за спин. Другое поле из-за спин получится, да? Ну, вот именно что другое из-за спин вам приходится вводить. Вот у этого соотношения, на него можно несколько по-другому смотреть. Да? У вас есть еще, если вы рассматриваете не группу SU2, а группу SU3, или если мы говорим про чар, то группу SU4, да? Тогда то, что здесь написано, это можно рассматривать как соотношение между генераторами этой группы. У вас есть генераторы унитарной группы, да? И это соотношение, это фактически есть соотношение между генераторами вашей группы. Вот, то есть так вот на это можно посмотреть тоже. То есть, на ваш вопрос, не искусственная ли эта конструкция? Ну да, искусственная, это все искусственная конструкция. Пока что она сделана, чтобы объяснить, почему частицы группы собрались. Искусственная. Но вот это соотношение, оно еще и групповой смысл имеет, да? То есть, например, слабое взаимодействие, когда у вас будет там, слабый за спин, да? Слабый гиперзаряд, оно тоже сохранится просто в силу своей групповой природы. То есть в силу того, что это связь между генераторами групп. Мы об этом еще поговорим, когда SU3 будем про SU3 говорить. Так. Следующая задача такая. Вот факт изотопической инвариантности S2-S3, да, S2-S3 взаимодействия, его можно активно использовать для нахождения связи между разными ширинами распадов и сечениями разных реакций. Вот. Основная идея какая? Она состоит в том, что если у вас есть сильное взаимодействие, вы сможете какой-то элемент S-матрицы. Это конечный, начальный, это конечный. Смотрите, какой-то матричный элемент S-матрицы, то есть матричный элемент, который вам потом дает сечение, то вот эта величина, она оказывается диагональной по заспину и по проекции заспину. А вот этот ST, приведенный матричный элемент, он не зависит от T. Он зависит от T, то есть он разный для разных T, но не зависит. Здесь я зависимость не написал, но я просто подчеркнул. Не зависит от T. Вот взаимодействие, неважно, вот потоки или электроны. Для сильных взаимодействий мы выключаем все электромагнитные взаимодействия, да, все слабые взаимодействия. То есть все эти механизмы включаем, для них что протон, потом заряжен по нейтрон, выглядит как одна и та же спица. Да? Вот. То есть фактически здесь что такое? Это ну, как следствие того, что ваш оператор за спином компьютирует гаметониан. Хотя про гаметониан мы пока ничего еще не знаем. То есть если мы берем гаметониан, который описывает наши сильные взаимодействия, то наш оператор за спином, да? Коммутирует гаметониан. Давайте с такой модельной задачкой, которая попроще, но там на ней все элементы просматриваются. Задача. Образование. Бизона и нейтрона.
столкновении двух нуклонов. Где нуклоны, правда? Нуклоны это у меня либо протон, либо нейтрон. Да? Мезон это у меня три клетки мезонов. То есть это... Нуклоны у нас одинаковые? А? В столкновении, в линейной реакции. Почему? Нет, то есть N1, N2. И одинаковые. Как раз в этом и состоит смысл, что у нас здесь много разных реакций написано. Это такая обобщенная запись многих реакций. С помощью изотопической симметрии мы найдем связь между этими реакциями. Да? P1, P2, P3. Дейтрон, связанное состояние, да, у него P2-P0, то есть нет у него партнера близкой массы. С такими же квантовыми числами. Так получилось, что электрон такое открытое состояние, да, как вам рассказывали на обжаловании. И спин единичка. Вот давайте все эти реакции напишем. Здесь у вас что может быть? Может быть протон. Здесь протон, да, первая реакция. Тогда в результате протона плюс протона получается, что получается? P плюс плюс дейтрон, правильно? Он заряжен, вот, единичка заряжена, да? Дальше вторая реакция. Протон плюс нейтрон. Что может получиться? P0. Может получиться P0. Плюс электрон, да? Еще что может получиться? Она же D всегда катается. Она же дейтрон всегда. Всегда дейтрон в конце, да. Еще большой. Ну по заряду там. А, плюс, P минус, ну и там еще что-то. То есть... Получается 2-2, да? Да. Ну все. И нейтрон плюс нейтрон. Минус плюс D. Да? Вот так. То есть три реакции, не четыре, а три. Да? То есть реально три реакции. Но вот у каждой из них, давайте их сечение для краткости обозначим сигма-1, сигма-2, сигма-3. Я буду говорить про сечение, да? Хотя на самом деле я буду иметь в виду просто квадраты матричных элементов. То есть без фазовых каких-то множителей, потому что они, в принципе, могут немножко отличаться, эти фазовые множители. Вот давайте найдем связь для всех этих сечений. У нас есть три основных метода. Первый метод – это метод Сушкевича. Давайте Сушкевича начнем. Метод фабрики Сушкевича. А в чем идея метода состоит? Вот у нас, скажем, одна пушка, которая буквально не пускает открывать. Вот вторая пушка. Да? Вот давайте с вами эти пушки, которые могут выпускать и протонные, и нейтроны, да? И протонные, и нейтроны, настроим таким образом, это пока в наших руках, настроим таким образом, чтобы в результате у меня получалось состояние, не поляризованное по спину, по изоспину. Не поляризованное по изоспину. Что это значит? Это значит, что я выпускаю с какой-то вероятностью W1, выпускаю отсюда один наклон, отсюда другой наклон, да? И считаю полный за спин моего состояния, когда здесь один наклон, здесь другой наклон. А здесь беру оператор из-за спина, ну, скажем, третью его компоненту, можно было вторую или первую. И я подбираю вот эти вероятности испускания моих уклонов таким образом, что здесь получился 0. То есть у меня первоначально
первоначальное мое состояние в начале, оно было не поляризовано по за спину. Да? Это я под этим сумма. Да? А? Сумма по всевозможным конфигурациям, которые здесь есть. Их здесь 4 штуки. Да? Такая. Да? А тогда я утверждаю, что исходя из изотопической инвариантности, у меня и конечное состояние F, которое есть в моей S-матрице, на начальное состояние, да, оно тоже будет не поляризовано по изоспину. Вот, для примера, эту третью компоненту рассматриваю. Почему это так? Ну вот я рассматриваю аналогичную сумму, да, то есть сумма по I, здесь стоит вероятности, которые заданы вот этим условием, да? Здесь стоит конечное состояние, P3, конечное состояние. Расписываю, что такое F. Да? Значит, здесь у меня будет S-крест, P3, S. Понятно? Теперь что я могу сделать? Пользуясь тем, что прокоммутирую, да? То есть у меня T3 оператор за спины коммутирует с оператором S. Потому что оператор S коммутирует галилеяном, да, а S это T-экспонент галилеяна. Правильно? То есть я могу это прокоммутировать, то есть написать, что это S на T3. А S крест на S, это что? Это единица, потому что S-матрица у нас унитарна, правильно? И мы приходим снова к такому маточному элементу, верно? Получаем, что это равно нулю. То есть если начальное состояние было по изоспиду не поляризовано, то и конечное тоже будет не поляризовано, правильно? Вот это мы сами как бы доказали сейчас. Ну давайте это напишем как-нибудь. Что значит, что конечное состояние не поляризованное по изоспину? Это значит, что вы с равной вероятностью можете найти все компоненты полного изоспина. Правильно? Просто? То есть это эквивалентное утверждение. Вот у нас какие конфигурации могут быть. Здесь может быть первая, вторая. Протон, нейтрон. Да? Все четыре конфигурации должны написать. Дальше. Протон плюс протон, нейтрон плюс протон, нейтрон плюс нейтрон. Протон плюс нейтрон, это у нас P0 плюс D, и это у нас σ2, да? Сечение σ2. Протон плюс протон, это у нас плюс D, это сечение σ1. Нейтрон плюс нейтрон, это у нас минус плюс D, это сечение σ3. Нейтрон плюс протон, это снова P0 плюс нейтрон, это сечение σ2. То есть вот я организовал мои пучки неполяризованным образом, да, и нарожал много разных пемизонов, да, в конце. Разных, таких, правильно? И мое утверждение состоит в том, что у меня количество всех пемизонов будет одно и то же. Количество P0 мизонов будет равно количеству P- мизонов, равно количеству P+ мизонов. Потому что пучок в конечном состоянии тоже неполяризованный, да, по изоспину. Чему равно количество пимонизонов? Количество пимонизонов в конечном состоянии. 2,7. То есть я что должен сделать? Я должен взять поток, правильно? Поток, с которым они отсюда вылетают в жир. Какой-то. И умножить на сечение. Да? 2,7. То есть у меня вот здесь они рождаются, и вот здесь, да? Идут на 2,7. 2,7. Это будет число P0 мизонов в единицу времени, да?
Это же должно быть равно числу фенил снизу, которое есть что такое? Фенил снизу. Это жина. Жина сигма 3, правильно? Жина сигма 3. Естественно, уже здесь так вспомогательная величина, просто для того, чтобы количество единиц времени по размерности согласовывалось с течением, да? И это же должно быть равно количеству фенил снизу. Есть G на сигма 1, правильно? На сигма 1. Отсюда получаем, что сигма 1 равно сигма 3 равно 2 сигма 2. Понятно? То есть, в общем-то, это самый простой способ нахождения связи между сечениями, самый быстрый. Быстрее всего. Если вы идею метода уловили, то в дальнейшем в нем можно пользоваться. Правильно? Давайте еще посмотрим на вот этот факт, а с другой точки зрения. Что такое, что сигма 1 равно сигма 3? То есть вот это сечение равно вот этому сечению. Глядите, что я сделал, чтобы получить из этой реакции нижнюю реакцию? Что я сделал? Как получить из верхней? Поменять Т3, правильно? Поменять проекцию за спину. То есть я у всех частиц меняю проекцию за спину Т3. И автоматически получу сечение с той же... Получу реакцию с тем же сечением, верно? То есть это такая изотопическая симметрия. То есть сразу для сечений, для реакции, которые получаются одна из другой путем замены знака Т3, мы сразу можем сказать, что их сечения одни и те же, верно? Вот мы сразу их и точим. Но вот это уже не нетривиальность, потому что здесь более следует. Это метод фабрики Шушкевича. Второй метод. Метод Клепши. Потому что мы его коэффициентами не воспользовались. Вот метод Клепша, он базируется прямо непосредственно на вот этом соотношении. То есть мы должны его выписать, это соотношение. Точнее, мы должны написать, как выглядит состояние с полным за спину и с полной проекцией для начальных частиц, как выглядит состояние для конечных частиц с полным за спином и с полной проекцией. И описать вот эти матричные элементы. Да? Ну, давайте на примере наших реакций это и будем делать. Вот я для первого я сделаю, для второго третьего кто-нибудь из вас сделает. Да? Вот смотрим, какое у нас начальное состояние для первой реакции. Это есть протон. Протон на протон, правильно? Протон с точки зрения изоспиновой волновой функции это 1/2 и 1/2, 2/1/2, правильно? Это протон и это протон. Это Т, это Т3. А во что складывается это, Андрей сегодня писал? В полный за спин единица и проекцию тоже плюс единица, правильно? Конечное состояние у меня здесь это Пи плюс мизон и Д3. Пи плюс. И литрон, да? И плюс, это у меня единица и плюс единица, да? Верно? То есть из-за спина единица, проекция из-за спина плюс единица для плюса. А литрон, это у меня из-за скаля. Его t равно 0, да? То есть это будет равно просто 1,1. Поэтому, если я считаю теперь матричный элемент, маточный элемент, то я получу просто S с T равно единице. Да? S с T равно единице. На себе для второй шутер. Начальное состояние у нас получается и это P. Вот.
вот если мы будем переписывать, это получается 1/2, 1/2. 1/2 минус 1/2. Вот, теперь это можно переписать, то есть мы можем просто выразить это через состояние, то есть мы понижающим оператором подействуем, то вот такое выражение, оно будет входить в 1,0, вот, ну то есть мы знаем, что у нас 1,0, это что получится? То есть мы должны переписать это состояние через базис, да, другой, состояние с полным распидом. То есть это вот задача, решаемая коэффициентами клевших уровней, да? Вот. Ну, когда мы действуем по... Ну, то есть у нас мы знаем, что 1/2, 1/2 это 1,1. Действуем понижающим оператором. Вот, получаем 1,0 получаем. Напишите, вот. Что такое 1,0. Да, ну это единица на корень из двух. Вот, и там сумма вот этих вот штук. 1/2, 1/2 минус 1/2. Их плюс, наоборот, 1/2 минус 1/2, 1/2, 1/2. Вот. И мы еще можем записать 0. Просто 0, да? Вот. Это у нас получается с минусом. То же самое с минусом, да. Единица на корень из двух. Значит, 1/2, 1/2, 1/2. Минус 1/2, минус 1/2, и 1/2, 1/2. Вот. А теперь мы можем просто вот эту штуку отсюда выразить. Вот. То есть смотрим, на что получается. Она у нас стоит вот здесь. Вот. То есть она получится, если мы эти два выражения сложим, у нас здесь получится корень из двух, то есть это получится полсумма на корень из двух. Ну, в смысле, полсумма сумма на корень из двух. То есть это получается единица на корень из двух. Здесь, значит, 1,0. Плюс выражается. Вот. Так. Ну и что? И конечное состояние. Что, да? Так, конечное состояние у нас получается тогда. Получается, это, значит, 1,0. Да, 1,0 и 0,0. Да, 1,0. Да. Ну и тогда теперь надо SFIT-ы найти. Вот, пишем SFIT-ы. Вот. Значит, смотрим, у нас 1,0, вот он. Вот, потом, когда мы будем писать, у нас получится, значит, единица на корень из двух и СТ. СТ, СТ равность получается чему у нас? Значит, здесь нолик. Почему? А, нет, сейчас. Т равно будет. А, все, сюда единичка. Т равно единичка. Вот. Да. Правильно. Так. Ну и теперь третье тогда. Третье. Ну, аналогично. Ничем не будет отличаться от первого, кроме замены проекции за спину. Да. То есть все в точности точно так же. То есть мы видим здесь вот, даже помимо докручивания, что для реакции, отличающихся заменой за спину, сечения одни и те же. Да? Вот. Но сечения у нас связаны с квадратами маточного элемента, поэтому какая у нас связь будет? Ну, у нас сечение будет 1/2 здесь, вот, а там единица коэффициента. Ну, запишите, то есть. Ну, то есть у нас получается. Сигма 1 чему равно? Сигма 1 пропорционально точно. Ну, вот если мы перепишем, тогда у нас сигма 1 пропорционально S квадрат T равно 1. Ну, да? Ну да. Угу. Так, а сигма 2 у нас пропорционально. 1/2. Это же того же самого, да? Угу. То есть видим, что сигма... Мы видим, что то же сигма 1 равно 2 сигма 2. Да? То есть получим то же самое. Угу. Вот. Обращаем уже внимание.
внимание, что у нас здесь для всех реакций получается только одно S возникает, да? То есть S с T равно 1, да? То есть одна амплитуда варианта. Обратите внимание, да, что она одна. Сейчас я зафиксировал, теперь прихожу к следующему методу. Видите наш метод, как вы, я надеюсь, вы все помните. Это метод инвариантных амплитуд. Да? Метод инвариантных амплитуд. Амплитуд. Дискуссия – это, возможно, наиболее такой непростой способ. Почему? Потому что здесь мы должны в этом методе сконструировать из волновых функций наших частиц, начальных и конечных, должны сконструировать изотопический скаляр. Да? То есть такая вот математическая задача. Вот. Какие у нас есть волновые функции в нашей задаче? Давайте посмотрим. У нас есть два нуклона в начальном состоянии. Правильно? Каждый нуклон это дублет, правильно? Это либо протон, либо нейтрон. Я его буду обозначать вайфи, да? Причем нуклон в начальном состоянии, то есть я не должен брать комплексное сопряжение к нему, поэтому этот нуклон описывается спинором с верхним индексом, правильно? Фи. Это первый нуклон, фи1 бита, да? И второй нуклон, фи2 бита. То есть два нуклона у меня таких есть. Дальше, что у меня в конце? В конечном состоянии. У меня есть дейтрон, это скалярный дейтрон. Кстати, дейтрон это скалярная величина, да? Это скалярная величина по изоспину. По изоспину скалярная величина. Поэтому это у меня был первый нуклон, это второй нуклон, а здесь дейтрон. Поэтому его волновая функция. От нуля не открытая. Нет, он закрытый, я начинал понимать. Это просто единичка. То есть скаляр. Пимезон, да, у нас там есть. Пимезон. Пимезон это триплет, верно? Триплет. То есть это я так обозначу. Пи с индексом А, где А пробегает значение 1, 2 и 3. То есть у меня есть P1, P2 и P3. Да? P1, P2 и P3. Причем, когда я так пишу, вот P1, P2 и P3, я подразумеваю именно вектор, который при изотопических преобразованиях преобразуется как обычный трехмерный вектор. Да? То есть мне сейчас важны преобразования, по которым эти волновые функции изменяются при изотопических симметриях. Да? Почему они не важны? Потому что я должен из этих всех объектов сконструировать скаляр. Скаляр. Вот метод метод коэффициента Клебша мне подсказывает на самом деле, сколько у меня будет различных структур, сколько таких различных скаляров я могу составить. Вот мы видим, что у нас возникала только одна амплитуда, да? Изначальных частиц, да, вот из волновых функций начальных я должен сконструировать некий скаляр. Правильно? Вот как это можно сделать? Как? Спином повторяется, вот мы знаем, что. То есть мы знаем, что у нас пимезоны, они себя при изотопических преобразованиях ведут как вектор. Ну, P1, P2, P3. Да? Когда я, чтобы получить скаляр, я должен умножить эту величину на некую тоже векторную величину. Правильно? Вот, мы знаем еще из курса гомоморфизики, когда гомоморфизм строили, группа СО2 на СО3, вы знаете, что у вас вот такая величина. Это я обозначу просто половину сигма-матрицы, да? То есть это оператор изоспина фундаментального представления. Это
оператор для спина фундаментальное представление. И раньше у вас просто был оператор спина, да? Сигма пополам, вы S-маленько обозначали. Сейчас я буду вместо S-маленько писать там, чтобы подчеркнуть, что это за спина. Вот такая вот величина, у нее тоже три индекса, да? 1, 2 и 3. А, нет, по-моему, до 3, да? Она тоже преобразуется как вектор. То есть она преобразуется как вектор. Как вектор. Поэтому, какие будут мысли относительно того, как из моих волновых функций, вот этих, да, сконструировать скаляр? Как можно сделать? Вот здесь вот важно, что здесь стоит крест. Крест — это транспонирование и комплексное сопряжение. Да? Делаем скаляр из и начальных, и конечных. Мы из всех. Всех частиц и начальных и конечных должны сконструировать некий скаляр. То есть изначальных мы должны сделать вектор. Ну, вот у нас один вектор есть, да, мизонный. Нужно еще один вектор сделать. Давайте эти стрелки напишу. А нужно еще сделать некую штуку с индексом А. Да? Вектор. Ну вот гомоморфизм, вот этот гомоморфизм нам подсказывает, как это можно было бы сделать. Верно? Здесь есть некая трудность, потому что вот в это положение фи входит комплексно сопряженное. Если я его в индексах распишу, здесь стоит фи 1 со звездочкой карта, да, на пау, это эйка на фи 2. Можно на сигму 2 дополнить слева и справа и сопрячь. То есть вот здесь вот входит фи со звездочкой, да? У нас не фи со звездочкой выходит. У нас входит просто фи 1 с верхним индексом. Видите, у нас фи 1 с верхним индексом и. Да? А нужно его преобразовать как-то как вектор с нижним индексом. Чтобы потом свернуть с тау, свернуть с фи, и тогда все это будет. Будет вектор. Да? Ну вы правильно говорите, вы когда слышите это почетче. Ну как такое вот выражение, если слева и справа доложить на сигма 2, очень похоже. Ну как мы. Да, минус сигма 2. Как мы из верхних индексов делаем нижний индекс? Вот в группе С2. У нас что есть? А у нас есть эпсилон. У нас есть эпсилон, да? У нас есть эпсилон. КЛ, который это есть 0 минус 1 занимается, да? А, ну это и есть как раз и сигма 2. Или эпсилон КЛ, если с нижним индексом, то здесь другие знаки. Другие знаки, так чтобы при перемножении они, ну скажем, ТМ, да? Другие знаки, чтобы при перемножении эпсилон КЛ на эпсилон М, чтобы это было дельта КЛ, да? Ну, это условность, я могу здесь минусы тоже брать, но так приятнее, чтобы при сверстке получалось дельта, да? Сверстки двух этих вариантов, получался другой вариант со знаком плюс, да? То есть мы можем взять фи 1, да, и ты, и опустить у него индекс с помощью эпсилона, эпсилон и к, да? Тогда получим объект уже с правильным нижним индексом. Здесь индекс нижний, почему? Потому что здесь комплексно сопряженная величина, верно? Здесь вот фи1 со звездочкой стоит. Весь этот объект, коль скоро фи1 со спиной преобразуется, по сопряженному представлению, поэтому индекс нижний. Да? Вот. Умножаем на тау х и т. Да? А дальше с фи2 уже сворачиваю фи2. Сворачиваем по оставшемуся локусу. Я его уже обозначал, давайте здесь еще тоже буду обозначать. Здесь какая-то константа. Это моя амплитуда. То есть вот таким образом я построил скаляр. Я обращаю ваше внимание, что мне важно, чтобы я из этого индекса верхнего сделал нижний. Потому что только такой объект. Только когда здесь нижний индекс, а здесь верхний, а здесь там, только такой объект образуется как вектор. Да?
Если бы я здесь индекс поднял сюда, то это не был бы вектор. То есть вот такая штука, да? Да, совершенно верное замечание. Казалось бы, раз я такое написал, то должен писать и с помененными индексами 1, 2. Вот я утверждаю, что это то же самое. Это то же самое. Вот раз мы про это вспомнили, то вы давайте это и покажете. Сюда. Вот записываем в матричной форме то, что здесь написано. У вас есть Φ1, да? Эпсилон фактически с точностью до минус И это... И сигма. Это сигма 2, и выкидываю пока. Да? А дальше стоит Фау и Φ2. Да? А здесь транспонирование стоит. Не крест, а транспонирование. Правильно? Я вот это записал в матричной форме. Да? Ну, чтобы эпсилон получить, мы еще и делаем, да? На и. И ну, бензон еще стоит, да? Это моя амплитуда, записанная... Где мы хотим написать здесь Φ2? М пропорционально, да? Да, Φ2 транспонированная, да. Φ2, ау. Угу. Φ1. Угу. Перекинь-то. Это что такое? По своей природе, это что такое? Сейчас сопряжение можно? Какое сопряжение? Это скаляр, а нет, это число, да? Это число, это обычное число, правильно? Ну, точнее, набор трех чисел для трех комплексов. Нет, комплекс. Вот если вот последнее, то это по идее вектор, на π, это число. Но, если я на π умножить, то это будет просто скалярная величина, правильно? Да? Вот скалярную величину я могу написать, но не комплексно ее сопрягать. Потому что она может быть и комплексная величина. Да? А, например, ее транспонировать. Если вы число транспонируете, 5 транспонируете, получите тоже 5. Да. Да? Но давайте ее транспонируем. То есть да. Она же равна транспонированному, то есть это что-то такое будет. И транспонируем длина, да? Да. Π1 транспонирование. Да. Здесь все таких. Ага. Дальше. Тау транспонированное, это то же самое, что тау... Напишите пока тау транспонированное. Это то же самое, что тау со звездой. Угу, правильно. Сигма-2 транспонированное, это сигма-2 со звездой. Сигма-2 транспонированное. Ну, пока напишите все транспонированные. Да, Фи-2. Фи-2, да. Так, вот. И крест транспонированное, это у нас будет... Это не крест, еще раз. Это транспонированное. Здесь движение комплексного здесь нет. Ну все, здесь это подтверждается. Два, да. Теперь вспоминаем, почему у нас, исходя из какого фактора, у нас фундаментальное представление в группе СУ2 было эквивалентно своему сопряженному. Помните, какая связь была? Мы еще в первом семестре еще пользовались. Сигма-2, сигма-вектор со звездочкой сигма-2, это что такое? Минус сигма вектор, да? Минус сигма вектор. Сигма со звездочкой это то же самое, что сигма транспонированный, да? Ну вот давайте воспользуемся этим. Нам можно на сигма 2 умножить. Давайте все. Вот это выражение сигма. Да, на сигма 2 умножим. Ну только откуда сигма? Справа или слева? А куда нам надо? Значит, получается сигма транспонированная. Сигма 2, это я слева должен, это минус слева. Сигма 2. Минус сигма 2 на сигму просто, да? Хорошо. Ага. То есть, представляем, что... Где у нас сейчас? Минус у нас появится. Представляем просто, что у нас. Места. Сигма 2 транспонировано, вы мне сами сказали. А, ну это сигма со звездой. Что это есть минус сигма 2, правильно? Минус сигма 2. А, ну да. Вот у нас, вот у нас такая комбинация не возникает. Так что тау матрица, это все равно, что сигма матрица, да? Да. Потом мы, значит, их меняем местами и вылазим. Меняете местами, появляется еще один знак минус, а все компенсирует это. То есть что получается? Так, и фи.
Sigma 2. Угу. Тау уже без транспонирования. Да, уже без транспонирования. Да. То есть получилось, что вот это выражение симметрично по 1 на 2, как и должно быть. Да? Оно симметрично. Поэтому никакой новой структуры здесь не возникнет, которая связана с перестановкой 1 на 2. Да? То есть у нас есть только одна структура, которая, обратите внимание, содержит в себе все поля, которые у нас есть. Да? Давайте для дейтрона еще единицу здесь напишу, так для красоты. Да? Вот. Содержит в себе все поля с одной стороны, а с другой стороны является изотопическим скаляром. Да? И вот давайте для наших реакций посчитаем, напишите для первой реакции. Вот все надо стереть, наверное. Давай это сегодня закончим. Вижу, у нас в конце распределено. Да, совершенно верно. Это верное замечание. Вот тимизонное поле, оно у нас в конечном состоянии. Поэтому мы должны были его взять комплексно сопряженным. Да? Хорошо, что Саша внимание обратил, потому что иначе мы сейчас получили немножко так. Хорошее. Какую реакцию рассматриваем? Давайте первое. Значит, мы запишем M. Ага, записываем M. В матричном виде его удобнее. То есть, сейчас фи. Так, у нас фи1 и фи2, это у нас... Фи1 это что такое? 1-0. Фи1 это протон, то есть 1-0, да? Транспонированный, рисуем 1-0. Не. Этот пункт тоже надо записать. Так, 1-0. Букву фи нарисуйте, чтобы тебе не было. Ага. Так, сигма 2. Ага. Сигма вектор. Дальше все там матрицы надо нарисовать. Видите. Одну вторую можно? Можно. Вынести. Он должен быть сопряженный, да? То есть мне его нужно со звездочкой взять. И какое у нас состояние? У нас состояние для фи плюса. Да? То есть я должен написать три компонентных из вот этих формул для фи плюса. Это что значит? Это значит, где фи плюс, мне должен будет единичка. Где все остальные будут единицы. Да? То есть какие компоненты будут? Пи1 чего равно? Минус единица на первую звезду. Минус и делить на корень. Да. Понятно, как головная функция записана? Да? То есть там, где пи плюс, я единицу ставлю, там минус и делать. Считаем. Ну, сначала хочешь вот так вот. С этим перемножить. Да? Хорошо. Одно я два напишу красивым почерком. Получается. Ну, просто перепишите все, одно. Если с буквой И, то могут удобно сюда запихать, надо уже. Так, если И сюда поставим, здесь получается 1 минус 1. Минус 1, да. Это у нас. Так, это у нас получается 0. Он, да, будет 0, я... Значит, 1, минус 1. Что вы пишете? Вот это вверх, я не могу сказать, что это будет. Это будет. Что это будет? Почему это стал быстрым? Да, это будет строчка. То, что у нас здесь мы да, и писали. 0, 1, да. Так. Теперь
Пишите, вы изучающую матрицу, которая возникает, если к этому больше на это, плюс к этому, на это, плюс это, на это. Значит, сначала, если... А, еще, минус у нас... Минус? Один идет, один минус идет из сопряжения. Да? То есть здесь будет плюс. А можно плюс такого? Ну, ладно. Значит, у нас... Вы просто берете эту матрицу с минусом и минусом. И вот. И эту матрицу с буквой И. Какая матрица получится? Ну вот здесь тоже? Ноль, два. Здесь у нас получается минус один. Минус один, а сюда и на и. Здесь минус и на плюс. Да. Минус один плюс один. Значит. Минус один плюс один. Но. Так, здесь у нас один. И... А здесь минус. Почему? Здесь минус один. Здесь минус один. Ну да. Здесь плюс еще минус. Да. Минус 2. Так, все. Все. И здесь. Отбудем сюда. Угу. Что-то получается. Минус корень из двух же. Ну да. Так, вот это... Где отчислитель, вы знаете? Ну, вот этот корень из двух остается, а это будет. Да. Уже делить на корень из двух. Ага, хорошо. Вот, мы посчитали с вами прямо амплитуду. Да? То есть, если связь не ярко-сечением, как у Шуркевича, а даже прямо амплитуду написать. Да? Это для первой реакции. Но для третьей мы уже научный опыт знаем, что такая же получится. Давайте для второй посчитаем. Убедимся, что связь вот это есть. Здесь вот стирайте. Все, можно стереть. М равно Ж, да. Так, если он будет потом, значит, у нас 1,0. У нас 1,0, да, здесь будет. Ага. Потом у нас идет сигма 2, это. И сигма 2, да? Да. Он и сразу вернёшь, и вернёшь сигма 2. А, да. Так. Она вторая. Здесь. Угу. Это 11, да? Угу. Угу. Так. И у нас у вас нейтрон теперь. Это у нас P0. P0 у нас. P0 какая у нас функция? 0, 0, единица, да? То есть P1, P2, P3 у него 0, 0, единица. Да, ну теперь, когда перемножаем, у нас это вот эта матрица. Ну, первый же начал. Ну, когда первый будет считать, не сопредли все равно. Почему не сопредли? Здесь их взяли. И здесь вот плюс единичку получилось, здесь будет плюс. Все правильно. Так. Точно так же это с этим, да, это вот. Мы видим, что амплитуда в корень из двух раз меньше получилась, да? Следовательно, взять между сечениями, то есть квадратами амплитуды, будет вот такая же профессия. То есть амплитуда
сечение для первой будет в два раза больше, чем сечение для второй. А вот это вот... Кроме того, обратите внимание, мы получили связь между амплитудами. То есть мы, например, могли понять, какой у них относительный знак. Да? То есть здесь мы дополнительную информацию еще получаем, когда пишу эффективную амплитуду. Что вы хотите спросить? Вот это вот же, оно в каких-нибудь других реакциях, вот именно вот конкретно это же, можно еще? Если конкретно вот это же? Оно же нам не месяц. Да нет, имеет. Нет, там для низкоэнергетического рассеяния, да, там существует довольно большое количество разных теорем и соглашений, которые вам могут связать разные реакции. Но это уже с другой симметрией, да, не с изотопической симметрией, да, скорее с спиральной симметрией. А еще вот тут посчитать, что бадиматричный элемент, вот, а угловое распределение надо здесь не иметь. Потому что он брался. Здесь мы получаем связь между квадратами матричных элементов. Да? То есть это, ну, почему? Здесь как раз мы имеем дело с дифференциальными сечениями. Это и есть угловое распределение. То есть это все это, вы писали амплитуду, разбили в квадрат. Все, это же ваша главная угловая зависимость. Дай клево. А мы же обычно много разных сложных структур пишем, шпуры там и все такое. А здесь мы получается только спиновую часть его. Здесь мы только изоспиновую часть учли. Да. В принципе, мы можем еще и попытаться одновременно с изоспиновой частью написать самый эффективный лагранжан, да? Эффективный лагранжан. То есть лагранжан, который одновременно с изоспиновой частью, одновременно вам ухватит и Лоренцин вариантность, да? То есть лагранжан должен быть Лоренцин вариантом. То есть как его можно будет написать? То есть у вас есть G, да? У вас есть пенизонное поле. То есть теперь это уже оператор пенизонного поля. Дальше два нуклона. Это что такое? Это вот с точки зрения лоренцевской структуры, это спиноры, правильно? Частица 1 и 2. Значит, будет n с чертой n. N с чертой n, правильно? Пси с чертой пси. Да? То есть это будет лоренцевский скаля. Да? Ну и все остальные нужно тоже написать матрицы. Ну, допустим, ну, все остальное нужно написать. И эпсилон к тау. Давайте матричную форму запишу. Да, значит, каужи движи. То есть я могу и написать некий вот такой вот эффективный лагранжан, в который будут входить спинорные поля для моих нуклонов, моего пенизона и для дейтрона еще, да? Для дейтрона. То есть, по сути, это... А у нас трехкомпонентное скалярное поле такое получается. Нет, погодите секунду. Правда, для дейтрона история какая? Он с точки зрения Лоренца, он кто? Вектор. Он вектор, правильно? То есть у него спин равен же единичке, правильно? Здесь я не ошибся, единица, да? Раз спин равен единице, то здесь чуть-чуть посложнее будет, да? Спин равен единице, то есть он, с точки зрения лоренцевской структуры, представляет собой четырехвектор, правильно? То есть у него есть индекс μ, ну раз π равен единице. Что с этим индексом μ можно сделать? Свернуть с гамма. Его можно свернуть, например, с гамма. С гамма. То есть написать сюда гамма. Вот. А так и так. Ну, там
Ні, там не вхарає. Чому так потакує? На новому він може... Я змог обмазити всі щоки, всі розмотрити. Всі щоки, всі. Тобто вони, але так по особи, так по особи не можна. Тобто можна, можна таку лоренцівську структуру придумати. То есть я одновременно учитываю и лоренцовскую структуру, и изотопическую структуру. Да? То есть это у меня и лоренцовский скаляр, и изотопический скаляр. Вот. А при этом я сюда могу дописать еще, сюда могу дописать еще что-нибудь типа 1 плюс и альфа гамма 5. Правильно? Верно? Это тоже, таким образом у меня тоже будет это изотопический и лоренцовский скаляр. Но я могу здесь дополнительно говорить, что нет, давайте я буду рассматривать взаимодействие, которое сохраняет подчеркность. Да? Экспериментальный факт состоит в том, что сильные взаимодействия они сохраняют отдельно P, отдельно C подчеркность. Да? Поэтому если я пишу реакции сильных распадов, то разумно вот эти феноменологические выражения писать P и C инвариантами. Да? Поэтому вот это выражение, хоть в общем случае оно есть, но здесь он, я писать не буду, что это. А у нас здесь это, у нас здесь промежуточная виртуальная частица будет вот в этой реакции? Да. Нет, смотрите, вот я, что такое эффективный лагранжан? Я пишу... Это точечный порядок теории возмущения. А? Что? Это первый порядок теории возмущения. Я пишу точечную вершину, в которую у меня входят два наклонных поля, да? Два наклонных поля, диэтрон и пимезон. Уж не знаю, как пимезон. Ладно, вот это. Наклоны, да, они спинорные. Это диэтрон, это пимезон, да? То есть ведущего порядка теории возмущения я пишу, да? Так, чтобы у меня матричный элемент получался, матричный элемент не нулевой, получался сразу в ведущем порядке теории возмущения. Еще вопрос есть кто-нибудь? А еще мог как-нибудь лоренцовский скалярку написать? Изотопически написал, а лоренцовский мог еще написать по-другому? Без, без гамма-мер. Мог, правильно, производные мог добавить. То есть мог нарисовать. Мог еще производную, мог производную добавить, да? Мог написать IGDMU. То есть вот такой лагранжан написать, правильно? А остальное все, то же самое. Так, я по-быстрому напишу. Сигма 2, там, F2. И так мы прописать, правильно? Чем это хуже этого? Ничем не хуже. Ничем не хуже, да? То есть, в принципе, это тоже лоренцовский скаляр, но вот этот оператор, у него большая массовая размерность. Поэтому, если я хочу, чтобы моя константа была безразмерной, вот если G, я говорю, что это безразмерная константа, то здесь G1, а здесь конечно G2, да? То здесь я на какую степень массы должен делить, чтобы получить лагранжан, у которого размерность массовая 4. Это скаляр, это спинор. У спинора размерность массовая 3 вторых, у скаляров по единице, значит полная размерность 5, да? То есть должен обезразмерить некой m0, да? А здесь я должен начать обезразмерить. А здесь еще производная, это еще дополнительная масса, правильно? Дополнительная масса выразмерность. То есть здесь будет нек m0 квадрат. Нек m0 квадрат. Но обычно вот это m0, оно связано с неким большим масштабом, на котором начинает работать та физика, где прекращает работать приближение эффективного лагранжана. Поэтому это такая частая история, но не всегда. Да? Поэтому вот этот оператор,
если я считаю, что G1 и G2 – это безразмерные константы порядка единицы, он подавлен дополнительной степенью M0. Да? Мог много Лагранжианов написать. Сюда еще написать производную, сюда одного матрицу добавить и так далее. Много Лагранжианов, бесконечно много операторов есть, да? Но у всех у них будет появляться массовый масштаб. Это скажи, производная новая. Снова производная новая масса. Ну да, скажем, производная и дополнительная масса. То есть мы мог бы поставить сюда производную длинную, а сюда еще дабл-ю написать. Еще один оператор. То есть лоренцевских структур уже гораздо-гораздо больше, чем гораздо больше, чем изотопических структур получается, да? Ладно, все, давайте на этом закончим, потому что время уже.